Свою гражданскую позицию на выборах губернатора в школе номер 81 выразил Владимир Пронин, председатель городского совета ветеранов. Владимир Николаевич поделился, что выборы для него всегда праздник. Я думаю, что сегодня не только одни ветераны, как говорится, нашего города и области придут на избирательные участки, но, наверное, все жители нашей области и города и выберут того человека, который они считают достойным именно занимать ту должность. И наши люди будут жить мирно и спокойно и уверены в том, что все руководители нашего округа будут работать на благо наших людей.